Он меня прошла в подписчике в языке радио советское. Выпускал в Советском Союзе. Так, она называлась. Что там написано? Уже она на английском. Ну тут номер написано. 341. Вега 341. Такое було у Горбачова і у нас. Горбачова такого радіо вже нету, він нам віддав. А що йому не треба? Він слухав по вечорам Голос Америки із Вашингтона. І BBC. Тоді таке радіо було. Таке гудить. Його треба перемонтувати, тому що воно вже... Все, в течение времени лет немножко подустала и не работает. Его откроем и починим. Будет в коллекции у нас еще такое радио. Там аккумуляторы стоят. Аккумуляторы уже там стоят современные, новые. А все остальное аутентичное, оригинальное, антикварное. Раньше были такие радио дефицитные, дорогие. Оно там стоило, написано, 27 рублей, а зарплата тогда была 100 рублей. Это делает радио. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.